Всем привет! Недавно мне пришли классные и полезные гаджеты с сайта GearBest. Я их проверил, оценил, протестил и сегодня покажу и расскажу про них. Гаджеты очень интересные и полезные, думаю, понравятся многим. С магазина GearBest я заказываю не впервые, и все, что мне приходило, было хорошего качества и работает без нареканий по сей день. Так что покупать в этом магазине можно, рекомендую. Поехали смотреть, что же мне пришло. И первое, я вам покажу вот такую универсальную зарядку для ваших гаджетов с тремя USB-портами и поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Зарядка имеет небольшие размеры, втыкается в розетку и одновременно может питать три любых ваших гаджета, которые заряжаются от USB. Обладает защитой от перегрева и короткого замыкания. А также в ней есть встроенная функция от скачков напряжения и перезарядки, что обезопасит ваш смартфон во время зарядного процесса. Усовершенствованный способ зарядки QuickCharge 3.0 предназначен для обеспечения очень быстрой подзарядки телефонов, которые, конечно, поддерживают эту функцию. И вы сэкономите время на восполнение заряда аккумулятора ваших гаджетов и сможете опять юзать ваш смартфон. У меня смартфон, к сожалению, функцию быстрой зарядки не поддерживает, а очень жаль. В режиме быстрой зарядки аккумулятора устройство можно зарядить до 50% от полной емкости всего за полчаса. На выходе зарядка имеет мощность 12 вольт 1,25 ампера, 9 вольт 1,67 ампера и 5 вольт 2,4 ампера. Синего отображения на одном из USB портов нет. И я так понимаю, что когда вы заряжаете один гаджет, то порт может выдавать вам 12 вольт 1,25 ампера. А когда вы используете второй и третий USB, то мощность падает. Данный гаджет очень полезный и качественно сделанный. И если у вас есть куча устройств, которые нужно постоянно заряжать, будь то телефоны, планшеты, пауэрбанки или еще что-то, то я советую вам использовать вот такую зарядку. А вот такая RGB светодиодная лента поможет вам украсить любой уголок вашего дома и сделать любое место просто очаровательным. Она эффектно подчеркнет пространство и определенные зоны помещения, добавит акценты выразительности и индивидуальности предметам интерьера. Имеет лента двойную белую подложку, цвет сечения RGB, то есть основные цвета красный, синий и зеленый. А с помощью специального пульта, который в комплекте, вы можете менять цвета ленты, а также создавать множество различных цветовых решений. Питание светодиодной ленты осуществляется напряжением 12 вольт постоянного тока. Это обеспечивает безопасность и экономичность использования 5 метров ленты. А, да, в мотке LED-ленты 5 метров. Все светодиоды сверху залиты силиконом, класс защиты IP20, поэтому она подойдет для помещений с небольшим уровнем влажности. С нижней части у нас двухсторонний скотч 3M с защитным покрытием. Таким образом, лента может быть приклеена практически на любую поверхность. Примеры использования такой ленты могут быть разные, например, декоративная подсветка элементов интерьера внутри помещений с повышенным уровнем влажности, ванны, кухни, гаражи, пристройки, веранды и тому подобное, подсветка различных рекламных конструкций и торгового оборудования внутри и снаружи помещений, вывески, лайтбоксы, витрины, шкафы и так далее, подсветка мебели, шкафы, купе, кухни, полки и тому подобное и тюнинг авто. Магнитный микро-USB кабель для зарядки телефона – очень интересная и годная штука, скажу я вам. Микро-USB штекер можно использовать в качестве заглушки, оставляя его в микро-USB разъеме телефона. А при необходимости зарядить гаджет, просто подсоедините кабель. При этом сокращается количество манипуляций со входом для зарядки телефона, что поможет избежать его преждевременной поломки. Длина кабеля 107 см и оплетка сделана из нейлона, что лучше, долговечнее и качественнее, чем обычные кабеля с резиновой оплеткой. Интерфейс кабеля USB 2.0. На одной стороне штекера зарядки находится зеленая лампочка. Это значит, что кабель питается и можно заряжать гаджет. Магнит легко выдерживает вес телефона в висячем положении, а это примерно 120-150 грамм. Магнит легко и удобно коннектится к штекеру. В общем, кабель довольно интересный, прикольная и полезная штука. Далее мы рассмотрим несколько гаджетов для велосипеда, которые я считаю нужны каждому велосипедисту. Это, например, вот такая удобная подседельная сумка. На ней есть светоотражающие полоски для безопасности, удобные крепления под седло, большой кармашек сзади под бутылку, два замка на молнии для удобного открывания с любой стороны, кармашек внутри отделения, фирменные логотипы на сумке, и при том она еще и влагозащитная. Что еще нужно для велосипедиста? Крепится она под сиденье с помощью четырех крепких липучек. Чем бы вы ни наполнили сумку, она не слетит у вас при любой езде по любой местности. И можете мне поверить, ездил я с сумкой по очень убитых дорогах, и она у меня не слетела.
Она не мешает ногам и имеет достаточно места внутри, чтобы вместить в себя небольшой веломультитул. Там даже под него есть кармашек. Очки, телефоны, фонарь, крепление для фонаря и еще что-нибудь, что вы пожелаете. Сделана она из нейлона и полиэстера, а внутри есть пластиковый жесткий каркас, который держит форму сумки. А это у нас велокрепление для фонаря. Если у вас, как и у меня, есть фонарь, но нет крепления, то эта штука вам также пригодится. Это одно из лучших велокреплений, которые я нашел. Сделано оно из твердого прочного пластика, затягивается болтами и прочно зажимается на руле. Так что при любой тряске не выпадет, можете не переживать. Крутится крепление на 360 градусов и позволит вам расположить ваш фонарь в любом положении, удобном для вас. Зажимная клешня открывается очень широко, так что вы можете закрепить любой велофонарь или что-то другое. Спортивные поляризированные очки. Еще один полезный аксессуар для велосипедиста и не только. Они подойдут для любого вида спорта и даже для рыбалки. При покупке видел довольные отзывы рыбаков. Линза у нас затемненная, с поляризацией, великолепно защищает глаза от ультрафиолетового излучения, бликов и яркого света. Оправа стильная, пластиковая, за счет чего очки легкие и, самое главное, недорогие. Сидят хорошо и отлично защищают от ветра и всякого мусора, который попадает в глаза при езде. Еще они не потеют, что очень важно, так как хорошо вентилируется. Мостик оправы из мягкой перфорированной резины обеспечивает комфортную посадку очков на лице любой формы и не дает очкам ерзать по переносице. В комплекте поставки идет качественная коробка-чехол для очков с пластиковым карабином. Также полотняный чехол с мягкой салфеткой для протирки, карта-тест поляризации и черный шнурок с резиновыми наконечниками для дополнительной безопасности при ношении. Отражатели на спице велосипеда. Еще одна недорогая, но важная вещь в арсенале велосипедиста. Как и светоотражающие наклейки на обода, значительно повышает видимость велосипедиста в темное время суток, являясь пусть и пассивным, но очень действенным средством безопасности. Крепко держится на спице за счет прорези внутри. Они многоразового использования. Отражатели можно демонтировать без ущерба конструкции. Можно купить как и себе на велосипед, так и своим детям. Трубки дешевые, и их лучше иметь в своем арсенале. Они прикольно смотрятся и могут уберечь вашу жизнь в вечерней покатушке, так как будут ярко отражать свет фар авто, и водитель увидит вас. Если вам понравился ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я старался сделать ролик интересным для вас. Также напишите, какие еще велотовары вы считаете полезными для велосипедиста и что вам понравилось в этом ролике. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!